привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы собрались в город Береза. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Возможно, куда-то зайду в интересные места, что-то покажу вам. Так что оставайтесь. Береза от нас не очень далеко находится, поэтому, надеюсь, мы заедем быстро. По дороге ничего интересного нету, поэтому, в общем-то, и нечего такого показать. На улице туман, какой-то дождь моросит. В общем, погода не очень приятная, вообще мы так и не успели пособирать грибочков, наступили холода, морозы, хотя очень долго были грибы в лесу, и причем много, и за пятами не успели в этом году. Напишите, кто запасся грибами на зиму. Вот наша береза, заехали уже. Куда мы подъезжаем? Смотрите. Прямо толбоги. Приехали солнечный. Сейчас зайдем в магазин Белитовский. Миловица. Литекс. Ой, я сюда. Что нужно? А я хочу ту большую. Здравствуйте, шампунь. Огроменно. Посмотри, Лера, где она. Интенсивный бальзам. Скажите, а шампунь для всей семьи большая такая есть у вас? Для меня тоже. А, вот. А сколько тут ее? Ну, хорошо. Ну, я просто вот такую вот я возьму. Да? Так она одна, алоэ и ромашка. А? Шампунь? Лера сказала, вообще супер. Я-то не знаю. Вот это да. Что ты купила? Я бы здесь все купила. Все купила. Вот тоненькие. Сейчас смотрю, можно. Мне тут как бы не нужно. Прикольная машинка. Так мы еще в Миву будем заходить. Все, мы вышли уже. Я купила шампунь классный. Там прям литровая бутылка, в общем, я потом покажу вам. Здесь вам в Милу. Ну да. Здесь все. Палочки, Лера, здесь ватные. Что так отсвечивает? Вот. Вот тут есть, но я не знала, что они здесь есть. Я вот такую вот хочу. Капец, почему они только распакованы? О, вот такую. А что это?
Это эти, как он называется? Жидкие тени? Нет. А что? Она закрыта или не закрыта? Ну, такая упакованная. Еще шлингу хочу посмотреть. Потом будешь уже, когда уже все. Так. Тестер. Такой шоколад он хочет? Нет. Серьезно? О, какие блески. Капец, какие красивые. Здесь даже флаги, эстрады. Куча. Смотрите, нужно мочалку. Так, так. Минутки. Да. А, да, гель для душа. Гель. Смотрите. 87. О, какие масочки. Масные. Гуляем по березе. Уже все свои дела сделали, даже в Нилу сходили. А теперь просто гуляем. Не можем найти книжку. Вернее, словарик по английскому языку для 11 класса. Уже два книжных обошли. Сейчас еще в один зайдем. И, наверное, придется мне заказывать ее просто в интернете. Уже потемнело, и мы возвращаемся домой. Книжку мы так и не нашли, наверное, буду заказывать по интернету. Может, кто из моих подписчиков знает, где можно купить словарик «Белый ветер» для 10 класса по английскому языку. Напишите, пожалуйста. Мы уже дома. Это что мы купили в Березе. Это мы зашли в Милу. В Миле я купила вот такой ополаскиватель. Он рубль с чем-то стоит. Потом вот такой вот гель для душа. Там акция 50% скидка. А это я купила в магазине Белитовском. Шампунь для всей семьи. Здесь его целый литр. Огромная бутылка. И он реально очень-очень классный для всех типов волос. Здесь алоэ плюс ромашка, он очень вкусно пахнет, у него небольшой расход, вообще очень классный. Кто где-нибудь увидит, девчонки, обязательно попробуйте. После него даже бальзам не нужен. И еще я купила вот такой консилер от Lilo, потому что люкс-визаж у меня уже все полностью закончился.
И безумно мне хотелось палетку красивую от Eveline, там третья, которая новинка, но, к сожалению, пока я не могу себе этого всего позволить. И сейчас покажу, что купили мы еще из продуктов. Так, еще купили это куриные спинки, мы забежали в Евроопт, там они были. Помните, я вам показывала, как я их запекаю в духовке, вот хочу их тоже запечь. Понятное дело, что здесь мяса в них мало совсем, но они очень вкусные получаются. Также купили вот такие, сейчас скажу, как это все называется. Это продукт из мяса птицы, копчик цыпленка бройлера, аппетитный. Тоже как-то видела видео, где говорили, ой, прям такое разве можно есть? Да, можно, и это очень-очень вкусно. Еще у меня на горизонте ватные палочки тоже купили, и купила я еще колбасу, тоже берем там в дружбовском магазине. Это эстонская такая вкусная колбаска, вообще она достаточно экономная, недорогая, где-то 5 с чем-то рублей, но очень вкусная. И вот такую купили, это уже у нас рождественская, похожая очень, но так, вроде бы, да, и это идет как ветчина. Причем не то, чтобы там ветчина, лишь бы что, а достаточно вкусная ветчина. И еще, знаете, что купили? Купили селедочки, малосольные и кильку. Там есть магазин на выезде из Березы Океан, может, кто знает. И там очень вкусную продают рыбку. И причем там никогда не обманывают, если, допустим, хочешь соленую, дадут соленую. Если просишь малосольную, они посоветуют, какую лучше взять, а какую не брать. В общем, такие у нас сегодня покупочки. Ну, и еще, конечно, главный товар, очень много туалетной бумаги по акции. И я ее, конечно, не буду показывать. Ну, и купили атлас сыну. А книжку мы так и не нашли. Вот такое у нас сегодня видео, небольшая поездка. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Вас всех люблю, целую, пока.